Да, это, конечно, чё... Погодите. Это, конечно... Ну, давайте поговорим, что сегодня происходит. Сегодня происходит у нас следующее. В честь юбилея, праздника 9 мая, Белохолуницкий клуб любителей велосипеда «Меридиан» посвящает свой велопробег годовщине празднования победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это символ бесстрашия, доблести и чести, и духа наших ветеранов. Вот в честь этого мы посвящаем наш велопробег. Что сегодня пожелали ветеранам? Ну, ветеранам пожелаем, прежде всего, долгих лет жизни, оптимизма и душевного равновесия. А молодым? А молодым брать пример с ветеранов, быть стойким, проявлять волю в достижении целей и вступать в наш велоклуб для того, чтобы в последующем совершать велопробеги. Так. Ну, так. Ну что, ну и... Поехали тогда, что ли? Счастливые лица, вальс, политрук приглашает невесту. Продолжался до Кинчино. Там в часовне мы поставили свечку за упокой души наших погибших отцов и дедов. И успешно вернулись, завершив наш велопробег у памятника воинов наших. Но ощущения какие? Прекрасные ощущения. Велосипед – это прекрасное средство, простое, удобное, великолепное средство для передвижения и туризма. Что подскажете тем, кто сегодня не успел или не захотел, не смог принять участие в вашем мероприятии? Немедленно нужно включаться в эту работу, записываться в наш велоклуб «Любитель езды на велосипеде Меридиан», и мы будем ездить, совершать туристические поездки и велопробеги. Сколько у вас всего было? Дело не в количестве, а в качестве. Нас было немного, но мы первые. Поэтому начало сделано, а будущее за остальными. Пусть включается, записывается, и будем пропагандировать здоровый образ жизни. Что будете делать в День Победы? День Победы. Пойдем сейчас на кладбище, вспомним отцов своих погибших и умерших от ран. И будем отдыхать. Как относитесь к тому, что на кладбище у нас часто как бы неумеренно поминают? А только отрицательно. Все зависит от самих себя. Только отрицательно. Желаю хорошего праздника вам. Спасибо. Вам также успехов в вашей дальнейшей работе. Вас с праздником. Женщина, одна костюмника, два пацана, несовершеннолетние. Они по кругу там ходили, поэтому. По спорткомплексу за здоровье. Ты записываешь, а я, но потом исключишь. А мы поехали втроем. Замечательно. Самых стойких и выдержанных товарищей.